Одесский фотохудожник Сергей Гевелюк вновь поразил своими своеобразными уникальными работами. Его персональная выставка была посвящена Одесскому благотворительному фестивалю средневековой культуры «Пороховая башня», который олицетворяет всю суть средневековья. Работы фотохудожника Сергея Гевелюка уже далеко не первый раз приводят в восторг большое количество людей. И, безусловно, каждая его коллекция имеет свою тематику и настроение. И на этот раз автор решил вновь удивить всех, посвятив свою выставку Одесскому благотворительному фестивалю средневековой культуры «Пороховая башня». Сергей, объединив силы с Центром болгарской культуры, сумел воплотить в жизнь свой креативный замысел, обыграв то загадочное средневековье, которое многие считают темным и скучным. И вчера в Центре болгарской культуры фотохудожнику удалось необычайным образом раскрыть все карты столь таинственной эпохи, воплотив на фото традиции и культуру средних веков. Много интересных выставок делаю, посвященных Одессе в основном и не только. Но если говорить об этой, для меня это было нечто новое и очень интересное и увлекающее. Сергей утверждает, что особенностью выставки является ее разнообразие, поскольку в каждой работе можно почувствовать атмосферу, в которой создавались фото. На них наблюдается совершенно разное настроение. Здесь средневековые танцы, там рыцарские бои, ремесла и все то, чего в жизни современного человека уже не увидишь. Это здорово. Это для городского жителя особенно это очень необычно. Здесь вот и реконструкция старинных одежд, и старинных танцев, и старинных ремесел. И вот когда это все видишь, то видишь, что это сделано с любовью. Раз это сделано с любовью, тебя это побуждает сделать точно так же хорошо. В преддверии международного фестиваля «Пороховая башня», который состоится с 26 по 28 мая в парке Шевченко, фотовыставка Сергея Гевелюка олицетворила историю нашего края и объединила единомышленников со всей Одессы. Здесь на мероприятии гостей также ожидало немало сюрпризов. В центре внимания оказались средневековые танцы и даже небольшое огненное шоу. Приятно, что молодежь в Одессе может так красиво и грациозно демонстрировать свои таланты и любовь к историческому танцу. Люди стремятся реконструировать какие-то века. Они выражаются в танцах, в музыкальных каких-то произведениях. Сами сочиняете, используете созданные произведения. И сегодня вот эта выставка, она рассказывает совершенно о таком средневековом периоде. И помимо фотографий, помимо костюмов, помимо любителей этого кружка, это, я бы сказал, даже не кружок, это целое движение в Одессе, к ним присоединились и хореографическая группа, которая тоже работает и развивается в этом направлении. Фотовыставку Сергея Гевелюка, посвященную Одесскому благотворительному фестивалю средневековой культуры «Пороховая башня», можно будет посетить уже сегодня и до 15 мая в здании Центра болгарской культуры. И в очередной раз окунуться вот в эту атмосферу, это почувствовать себя ребенком, это счастье.